В рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Махачкале проводится капитальный ремонт 12 дворовых территорий и 5 общественных пространств. Подрядной организацией ООО «Беса» проводится капитальный ремонт дворовой территории на улице Абдулхалимова, 8. Здесь уже проведены земляные работы, зонирование территории, установлены бордюрные ограждения, поребрики, фонарные столбы, а также игровые элементы в детской зоне. Интенсивными темпами ведется укладка тротуарной плиты. По словам главного специалиста ЖКХ города Махачкалы Загира Мустафаева, ремонт ведется согласно графику и завершится в течение 1 месяца. Подготавливается дорожное полотно под укладку асфальтобетонного покрытия. В данной дворовой территории, как и в других дворовых территориях, будут установлены скамейки, урны, установлены также столбы дворового освещения.